Приехали мы сегодня в Пекарышленский, решили там на Копец Звольнения зайти. Ну вот сейчас вот по дороге так красиво. Копец Визволения. А, Визволения. Поля, маки, природа. Вот эта аллея идет на этот Копец Визволения. Класс. Вот вид с этого Копца Визволения. Вот и есть там Пекарышленский, вот там. Вдалеке. Вот видать. Шлёнск. Там бытом. Тут вот такой вид. Вот так. Такой высокий. Ну не такой уж сильно высокий, но вот такой моментальный. Этот. Вот здесь стоит штандар и знамя. Вот так вот. Вот побывали наверху, спустились. Но сейчас здесь вот все стройка идет, облагораживают здесь все. Но красиво, конечно. Очень хорошо. Где? Наверное, будет очень красиво. Вот дорожки такие здесь делают. Классно. Вот. Дорога вниз. Спускаемся. Такая вот красота. Березки растут не только в России, но и в Польше. Очень красиво выезжать на природу после нашего города, после наших всех этих камениц. Вот заодно заехали в Пекарышленский, здесь базилика. Это знаменитая, которая повстала в конце 1800 какого-то там года. Вот это вот каплица Матки Божией Пекарской. Вот это вот базилика Мнейша. Это очень здесь в Пекарышленске очень часто бывают пилгримки. В общем, это такое же знаковое место, вот как Чинстахова. И вот Пекары. Красиво. Впечатляет. Только что здесь шлюп был. Здесь можно, это когда пилигримы приходят, здесь исповедуются. Где? А вот стоят. А, да, вот это вот исповедальня. Когда здесь бывают пилигримы, много пилигримы, пилигримы, вот они в этих исповедуются. Вот это вот исповедальня. Тут так все красиво украшено. Вот такой алтарь там. Да. Такое место намоленное, можно так сказать. Какой дом красивый с такими встроенными фигурками. Вот такой парк здесь в Пекарах. Обок всех этих костюлов. Красиво. Очень так спокойно, хорошо, зелено. Деревья такие прям столетние стоят там. Вот, и еще один костёл.
Вот здесь, да, Костик проходит богослужение? Ну, было, да, здесь. Отойди в сторону. Здесь такая дорога широкая, широкая, прямая. Прямо к костелу, к храму. Дорога к храму. Забрались на самую верхотуру. Вот все это здесь. Вот здесь такие, около костелов, такие маленькие каплички. Часовеньки. Все, конечно, имеет тут значение. Но это такое святое место. Какая интересная скульптура. Охотник с собакой.